Здравствуйте все, приветствую вас на канале Just Play, и мы начинаем проходить Metro Last Redux. Мы сегодня закончили проходить 2033 Redux, как бы вот, сразу начнем следующую часть. Так, в настройках должно быть все нормально, сейчас я гляну. Да, да. Да, физик все включено. Давайте начинать. Новая игра. Выживание. Рейнджер. Яркость нормальная. Черные появились позже. Со стороны ботанического сада. Черные. Огромные. На голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Я вот тут недалеко раньше жил, ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Это... Что такое? Так, черт! Вот игра и началась. Нет, ребята! Так, они меня завалит, если я их трогать не буду. Ну да. Вот так вот. Своих перебил. Артём, просыпайся. Артём, это я, Хан. Кошмары. Здорово, Хан. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан, и тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Так, наш планшет, зажигалочка. Так. Вот, собственно, и начали. Мы уже в Ордене, Спарты, подчиняемся Мельнику. И D6 уже Орден полностью обжил, как бы. Ограничим немного так. Чего-то больше не делать. Свет выключим. Муточку поднарубить можно. Ладно, пошлите. Знаешь, мы тут уже давно, а я все привыкнуть не могу. Так, стоп, чувствительность мыши немного надо изменить. Про это я забыл.
Так, не чересчур. О, вот так в самый раз. Говорят, еще при Сталине строить начали. Строили, строили, пока СССР не развалился. Так, эй, я коробочку открыть хочу. Готовились. Нельзя. Это народ в светлое будущее верил. А начальство... музыку слушает парень. И что, помогло? Не успели даже добежать. Так, 30 лет. Оружейничек. Ничего. Здорово, Артём. Привет. А этот парень, кстати, был в той группе, которая D6 нашла. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцах 2 года гонял, пока меня в орден приняли. Так о чем мы там? Не знаю. Я вот не могу никак привыкнуть. Не знаю. Лаборатории всякие у нас тут. Где-то морг. С Романовым? А с ним то, что могло скрестить? Он же в лазарете валяется. С того самого похода в Великую Библиотеку. Выписали его. На той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Вся группа полегла? Там же вроде все спокойно было на болото. Видишь вешки? Идешь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Черт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрет ничего, людей не замечает. Будто только он, да Бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что Бога тоже нет. Да, веселые истории у вас. Романов, это что получается, тот парень с библиотеки, который со мной с Мельником был. Типа Влад, там не помню уже. Куда демона ему доставили? Посмотри на тех двух салаг. Неудивительно, что полковник приказал удвоить время на физподготовку. Резче! Да, бойцы тренируются. Так, здорово, мужики. Ничего интересного у вас нету. Книжка «Метро 2035». Привет. Слышал о твоем подвиге, пацан. Уважаю. Спасибо. Балалайка. Так. Оружие. Вот это хорошо, это я люблю. Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Ну, вроде того. Это дело спрыснуть. А пока давай тебя. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности шаг не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор, так, хоть яйца запекай. Да и в ветро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Ну давай уже, бери. За этот месяц. Не забывай. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Давай, конечно, давай. Не можно стрелять. Бьют они больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Ага. Отлично. Теперь самое интересное. Пушка. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. Ну давай. Что у тебя есть? Так. Вентиль, калаш, РПК, АКСУ, ублюдок, абзац, убойник, револьвер. Так, не знаю, что РПК может. Так, стоп, а мы не могу шить. Стоп. Да подожди, нет, подожди. Да. Беру калаш, потому что на калаш есть глушитель. Так, и второй мой выбор будет абзац. Хороший, мощный дробовик. А, тюнить его, к сожалению, нельзя, но ладно.
Поздравляю! Отвратительно! Позорище! Так, патронов тут много, давайте проверим стрельбу. Ну, Феникс работает. Да, калаш неплох. Вот так вот, и абзац делает свое дело. Да, хорошее оружие, мне нравится. Проверка мишеней. Так, все, идем дальше. Так, надо не забывать про дневники еще. Слышали сегодня приказ? В метро про находку за 6 говорить ничего нельзя. Объект чистый. Та часть, где мы сейчас, точно. Замеряли. А мне хавать не дадут, нет? Мы вчера обходили двери. Закрытых еще тьма. Вам похер на меня. Некоторые завалены даже. Другие без замков, их изнутри запирали. И что? А то, что из-за некоторых фонит хоть яйца запекай. Ну, тут же реактор. От него может. Не может. Он вообще в другом конце. Я говорю тебе, это место только кажется таким безопасным. Может, это и не бункер никакой. А что тогда? Не знаю. Но двери эти заперты, видать, неспроста. Вы что, Мельник вызывает к себе командира звеньев. Будет большое собрание. Что-то жареным запахло, а? А я вчера дежурил в командном пункте. Ну и послушал случайно. Что-то начинается. Ты о чем? У красных мобилизация. Загребают всех подряд. От стариков до подростков. Учение, учение. Точно война будет. С кем воевать-то будут? С кем всегда, наверное. С фашистами, с рейхом. Про фашистов слышал, кстати. Наши войска засекли сразу 3 разведгруппы рейха. На поверхности. Их там отродясь столько не было. 3 группы? Где? 2, недалеко отсюда. Ищут что-то. В засаде серый был. Говорит, похоже, вход ищут. Черт. Думаешь, знают про Д6? Может и нет, но подозрительно это. Полезут, так получат. Мельник охрану втрое усилил. Да потому и усилил, что знает о фашистах. Но все же, если они путь узнают, думаешь, орден выстоит против рейха? Орден не воюет с государством. Мы же все метро, все человечество. От чудовищ, от мутантов. Кто на нас пойдет? Я ведь не досказал. Была и 3-я группа фашистов, помнишь? У ВДНХ ее наверху. У нас там был внешний дозор, каленый и скальпель. Но вот они передали, что видят фашистов, большую группу. Потом передали, что фашисты видят их. А потом связь оборвалась. Погоди, погоди. Это что, каленый пропал? Не пропал. Нашли его. И скальпели. Оба свинцом нашпигованные, по контрольному в голову. Не может быть. Я же с ним вот 3 дня назад только... День рождения у него был. Что за отморозки это сделали? Да. Иногда полезно послушать разговоры. Херня творится. А что, в бесах? Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чем? У ребят из охранной лаборатории спроси. Черт! Что он там уже натворил? Открываем. Ладно, пошли. Пошли-ка. В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жены рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и Макир во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась.
Дверь вскрыта, все разворочено, а Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там, вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. Я как назло без вазелина. Ладно, да. Пошли. Освоили Д6 уже, хорошо. Да, взять-то мы Д6 взяли, но сколько ждут выходов и входов? Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Только что ребята вернулись с кольца. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что к красным и к фашистам поближе. Фашисты зашевелились. Только что в штабе шум был. Они с красными на поверхности сцепились. Два ударных отряда. А что они поделили-то? Да кто их знает? Че они вообще на поверхности делают? Отродясь же ж не совались. Штабные шепчутся, что это они входы ищут. К нам сюда. Шило в мешке не утаишь. Как мы это место нашли, всем остальным тут же приспичило. Думаю, придется делиться. Сидишь ты в яме с голодными волками и думаешь, придется делиться. Они сами тебя поделят, брат, на части, а потом друг друга. Они никогда еще на орден не замахивались. Это потому, что орден всегда был как еж. Мяса мало, да и то попробуй возьми. А теперь-то мы мяском обросли. Можно и пооблизываться. Слышали про Рыжего и Каленого? Говорят, фашисты. Ну, если это они, Мельник такое не забывает. Из-под земли достанет всех. И замочит в сортире. Да шутимся мы, точно тебе говорю. Знаешь, такое ощущение, как раньше, до войны еще, летом. Перед грозой душно так становилось, дышать невозможно. Вот и сейчас. Да мне 2 года было, как война началась. Я вообще ничего про тот мир не помню. А ты мне про грозу какую-то. Хм, точно. А сын мой, небось, уже и слова-то такого не знает. Вернусь домой, спрошу у него. Хорошо бы вернуться. Да, херово дело. Я сказал отовсюду людей выводить. Всех забираем сюда. Послушаем, что на собрании скажет. Дерьмовое у меня предчувствие. Когда мы Д6 нашли, помнишь, Мельник говорил? С этим богатством, с этим оружием, людьми опять станем. Поверхность от мутантов очистим. Человек снова будет звучать гордо. Ну, а ты чего ожидал? Голодные собаки такой жирный кусок учуяли. Ясное дело, передерутся. Да я просто думаю, нам вроде как всем спасение дается, а мы войну затеваем. Это, брат, не мы. Это все они. Мы-то белые и пушистые. Ага, такие пушистые, аж пулеметные точки на всех входах поставили. А пусть не лезут. На чужой каравай рот не разевай. Так. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело? Зачем вызываю? Говорят, красную мобилизацию объявили. И еще такое слышал. С Ганзы. Что там? Говорят, красные засылают через нейтральные станции агентов на Ганзу. Что-то готовят. И фашисты, похоже, узнали про нашу сокровищницу. Ищут теперь. А они вообще знают, что тут есть? Или так? Ну, знаешь, если бы думали, что тут склад памперсов, не рвались бы так. А если и вправду найдут входы? И штурмовать? Каждый наш 5 красных стоит. На фашистов обменный курс не хуже. Ну и что? На красной линии 1015 народ. Массой задавят. А нас всего-то... Хорошо, если 200 человек наберется. Какая разница, сколько их, сколько нас. Будем стоять до конца, до последнего, и все. Вот-вот, до последнего. Да, никаких радужных перспектив. Герман, эти к Мельнику в штаб, по вызову. Так точно. Проходите, а я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам, потом, без вас. Ну давай, Ульман. Пошли, Хан. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных — худшая ошибка в истории человечества. Я согласен. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём.
Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорит, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали? Повторите. На вас напали? Так, Артём, Хан. Привет, Мельник. У вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Не, вообще, не трогайте Хана. Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Хорошо. Я буду стараться, Хан, честно. Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Давай за мной. Артём, смотри, кролик. Скажу прямо. Черный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача — перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофа. Так что, если не сможете взять живым, берите как получится. Есть! Выполняйте. Ну, Лесницкий предатель. Я не знаю, кто это. Есть подозрение, конечно, что это этот Владимир. Я не помню, кто точно. Там фамилия его не называлась в первой части. Так, дневник, заметка, первая. Я должен сделать то, что от меня требовал Хантер, что мне приказал Мельник, и чего от меня ждет Анна. Я должен доказать всем им, что заслуживаю чести быть бойцом Ордена, посвятить свою жизнь защите человечества, защите метро. Никто, кроме меня, не подходит для этого задания. Я единственный, кто оказался неуязвим для черных. Возможно, я был... рожден для того, чтобы избавить человечество от них раз и навсегда. И теперь я в шаге от завершения миссии. Почему же тогда у меня так неспокойно на душе? Херней ты занимаешься. Еще скажи, что веришь этому психопату Хан. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Жестокая ты, а. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаем монорельс. Да. Нет, тут неплохо. В этом мире здесь довольно хорошо даже. Шикарно. Вы меня звали кроликом, ты меня достала уже. Все, кролик, это место себя исчерпало. Лёлик, лёлик. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду. Но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Завершить начатое. Так,
Так, нет ли тут ничего интересного? Раньше все это было обычным делом. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги сосны. Прибыли. Это станция секретного ветро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Так, ну давайте быстрее. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Хорошо. Так, готов? Вперед. Осторожно, двери закрываются. Гори, паутина. Время-то нам сейчас кстати. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник черных наводить. Ну да. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Херово все получилось. Только вы об этом не знаете. Так, ПНВ у меня нету. Напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Крыски. Молодец, справился. Спасибо вам. Оценили. Я мастер по открыванию ворот. Еще в той части научился. Тут все чисто. Выдвигаемся. Сколько трупов. Да. Бедные люди. Тех, кого застал взрыв тут. По плану впереди. Кого, от кого закрылись, а кто не успел спуститься в метро. Просто умирали здесь от радиации. Иди вперед! Я за патроны. Тобой. Застрелился кто-то. Да я пошел вперед. Давай направо, слева тупик. А мне пофиг, что тупик. Я пойду посмотрю с ребенком. Сколько людей умерло, ужас. Еще раз их нету. Да вроде бы нет. Одни трупы. Зараза, вот это скорость. Почему скорость? Надеюсь. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Да заткнись ты со своим порядок. Кроликом. Надевай противогаз. Подожди, я не спешу. Так. Не зря пошел, заметочка. И патроны. Дробовик. Ну, почему нельзя подобрать, а? Ладно, надеюсь, они не полные, а не какой-то глюк. Так, пепелище, заметка один. И одна единственная. Так, может, дело и не в черных? Время сейчас тревожное. Орден похож на растревоженный улей. Созданный когда-то, чтобы уберегать метро от любых опасностей, он сам навлек на жителей подземки страшную угрозу. Когда мы проникли в D6 и нашли огромные запечатанные хранилища, казалось, что мы спасли человечество. С запасами или карты продовольствия, которые тут должны храниться с действующим ядерным реактором, в метро можно будет оставаться сколько угодно. И дожить до того дня, когда радиация на поверхности угаснет, когда мы сможем вернуться туда и снова... сделать землю своим домом. Боишься прическу принять? Надевай противогаз. Заткнись, не командуй мной. Я раздражающий немного. Все, пошли. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не за тебя цвету.
чьи не задница. Еще посмотрим. Для кого ты там цветешь? Помоги-ка. Опять поверхность, опять Москва. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Давай. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Ну, почти. Мне туда соваться нельзя. Так, все, смотрим. Вертушка. Ни хрена нет. Теперь слушай так, кстати, внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Да, патронов полно. Раз они тебя так любили, черный тебя почует и сам вылезет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Да убери свою грязь. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. А ты у нас паркурщица, да? Да нет, ты должен у нас Человек-паук. Ладно, понятно. Идем дальше. Только ты там смотри, получше прикрывай. Фильтры, патроны. Хорошо. Я на месте. Вижу тебя. Ай. Слушай, и правда до сих пор что-то чудит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Угу. Хорошо. Да. Только времени прошло. Что-то может гореть. Впрочем, не важно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Так, надо все осматривать. Есть какое-то движение. Приготовься. Это не черные. Это стражи. Где, 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 где? Так, так, фильтр. Ты выстрелила. Успел, да и вообще забыть. Стрелять не надо. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Еще! Смотри, за кого сейчас. Так, 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 так. Один. А ну-ка идите сюда, твари. Бежать, паскуда. Вот так вот, мрази. Так, вроде все почистили. Ты цел? Да цел, эй, цел. Ты цел там? А не такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артем. А, дай воронки. Бы тебе по роже за твоего кролика. Так, давай влево. Там есть обход. Иду. Так, оп, фильтр, это хорошо. Интересно, тут будут сейфы, вот это в первой части сделали. Думаю, да. Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. Вот же он, ну что же ты? Давай! Ну не буду я стрелять по нему. Пошла нафиг. Вот это скорость. Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру на мушку. Малой, иди ко мне, я тебя не обижу.
Не стреляй по нему, он хороший, маленький. Там не обойти. Надо его трогать, а? Пожалуйста. Налево. Направо. Он прямо на тобой. Осторожнее. Готов. Малыш, иди ко мне. Извини. Я не буду тебя трогать, а? А вот это уже херово. Немцы. Гутен морген. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейд. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчит! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек, урод. Это произвол. Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318. Сволочи. Миллиметров. Что ты мне Эйтман? Давай, предлагай что-нибудь. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. Сука. Тварь. Тебя бы в мусоропровод, а лучше в мясорубку. В ботаническом саду. У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Я расскажу! Мразь. Не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Иди сюда, паскуда гнилая. Давай, режь кожу! Вот так вот. Мразь. Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Так, а мне пушечку нельзя ни у кого взять, не выбраться. А вместе шанс есть. Бляха-муха. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Открывай давай. Полезем. Я как в Звездных войнах, мусоропровод прыгнет. Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Ну давай, вперед. Ой.
Ну, твою мать, типа, гниды сюда трупы сбрасывали. Фу. У них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Знаете, сколько трупов. Да, фашисты остались. Эй, фашистами даже после конца света. Лифт уедет, дальше двинем. Так, Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да. Вон там, лаз на той стороне. Угу. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Хорошо. Так. Двинули. Давай. Темнота, друг диверсанта. Хорошо. Пошли. Вот так, нормально. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, решетка. Хрена с два, видно, мало каши ел. Да, тут не пойти. Нельзя было вдвоем это попробовать сделать. Ладно, куда дальше-то? А что если... Ну вот, лестница как бы. Братишка, а ну-ка подсади. Ну, давай. Давай наверх. Так, сейчас, друзья, ну по времени пора бы завершать уже эту серию. Как бы вот мы и начали знакомиться с Westlight Redux. Пока ничего нового я, собственно, не увидел. По-моему, ничего нового и не было. Но... Во всяком случае, даже в первой части новшеств было мало, ну там была улучшена графика, переделаны некоторые моменты. Было прикольно. Даже здесь, в принципе, если ничего не будет изменено, по большому счету, это будет все равно неплохо перепройти эту игру. Первую прошли, вторую пройдем точно. Ну а сейчас всем удачи, всем пока.